Привет, друзья! Сегодня я хотел бы поиграть в первую часть растения против зомби, пройти выживание, попробовать. У меня сейчас уже 26 уровень пройден, 26 волна. Попробую, никогда больше не проходил, 25 было максимум. Попробую хотя бы до 30-ки, потому что уже очень тяжело, я не знаю, почему-то уже думаю, что еще уровня 2 и все. Так, сначала давайте в сад зайдем, посмотрим, здесь у меня какие-то новые растения есть. Кстати, прошу прощения, то, что не выпускал новые видео давно. Я болел, лежал в больнице. Сейчас выздоровел. Не думайте, что я лежал в больнице из-за того, что меня зомби какой-то укусил. Нет, я просто болел. Так, интересно, что за новые растения такие у нас здесь. Кстати, у меня в саду все растения разные. Я не люблю цветочки там всякие и одинаковые растения. Я их сразу продаю, я стараюсь коллекцию собрать полную из различных растений, чтобы у меня все были они разные. Так, ну давайте первое растение. Эх, есть у меня такой. Жаль. Ну, пускай подрастет, потом его продадим. Так, второе. Зубастик тоже у меня есть, только смотрит влево, а этот в другую сторону. Ну да ладно. Так, и этот есть. Арбузопульта тоже у меня имеется в коллекции. Улитка, просыпайся. Блин, ну хотя бы один дайте такой, который у меня нету. Ветродуй. Вот его у меня не бывало, я даже никогда не видывал, чтобы он в саду у кого-то был, или я просто не обращал внимания. Но редкое растение, редкое. Так, все, значит, посадили, пускай растет. У меня уже пройдено 3 раза уровни. Adventure прохождение. Так, ну дерево я сильно не сажу. Ну короче, давайте 26 флагов. Приступим, попробуем дойти до 30. Так, что же взять-то? Здесь уже гаргантюа вовсю. Они уже, по-моему, с 20 уровня. Вишня обязательно, кабачок желательно, халапеньо, я не знаю, как бы так может пригодиться, но он не очень как-то здесь. Вот защиту беру, тыкву, и вот этого имитатора имитирует, который тыкву вторую. Так, этих у нас воришек нету. Значит, возьмем арбузопульты 2. И что же еще возьмем мы? Нет, давайте я этого уберу и возьму вот так вот. Посмотрим, получится у меня или нет. Вот как раз уже эти зловещие, такие красноглазые гаргантюа умерли в той волне. И снова начинаются, даже не дают отдохнуть нисколько. Что же это такое? Что мне нравится, вот когда проходишь эти волны выживания, то, что дают постоянно кристаллы, растения новые в горшочках. Ну а после 20 уровня уже здесь все намного серьезнее встает.
не успеваешь даже собирать все солнышки. Танцор тут появился. Блин, надо точно какие-то взрывчатки иметь. Надо было имитатора вишни. Что-то я сглупил. Они сейчас сожрут всё, заразы. Блин, этот кабачок-то тоже растет медленно. Эх, похоже, я проиграю. Надо, наверное, точно побольше этих магнитов фигачить. Я не успеваю. Блин. Давайте быстрее, магнитик. Да, куча мала. У меня даже компьютер подвисает. Компьютер... видеокарта 2-гигабайтовская. 2-гиговая, вернее. Процессор 4-ядерный. Короче... в растения против зомби Garden Warfare. Вторая часть. Он нормально у меня игру выдерживает. Хотя там... требования, по-моему, 16 оперативки, а у меня всего 6. И процессор что-то там, короче, тоже требует, ну, хороший. 6 или 8, или я не помню. Но в итоге, что та игра вывозит все, а это нет. Вот в чем прикол. Блин, у меня подсолнухи тоже сожрали. Что же делать-то? Денег вообще не хватает. Ах, зараза. Хотя бы вишенку. И эти появились. Мутанты-здоровики. Чё вот вам от нас надо всех? Мозги, мозги, мозги. Больше ничего не хотите. Ничего вам не нужно в жизни. Вернее, в смерти. После смерти. Знаете только одно. Больше ничего у вас на ум не приходит. Так, давай, бабах! О, вишня-то. Вот она делает дела. А перец мне не нравится, он в таких ситуациях, он чисто линии срубает. Даже пользы от кабачка больше. О, видали? Новое растение какое-то. Дали нам. Потом в сад сходим, проверим. Идиоты. Как вас назвать еще? Блин, честно, я уже устал собирать все эти монеты, солнышки. Постоянно нужно тыкать, тыкать.
Ох, какая куча, а. Ребята, у меня компьютер сгорит. Если вы еще половину экрана перекроете, это точно все ужас. Будет нет. Так. Ну что, можно не тратить лишнюю, наверное. Итак, добыть. Есть один. Блин, нам следующим. Следующая волна будет. Нам нужно подсолнухи сажать как можно больше. Нет, ребята, пожалуйста, не надо. Давай, бабах. Добивайте, добивайте их. Давайте, давайте, давайте. Морозьте Гаргантюа, чтобы он не смог пройти. А, твой малыш ничего не сделает. Тоже мне. Решил тоже, людей тут насмешил. Так, так, так. 28. Сейчас, если пройдем, обе волны 30 будет пройдено. Короче, тут уже я знаю, что брать. Конкретно это. Так, вишню. Ага. Вот колючки тоже, кстати, нужны. Так, вот этого. А, я хотел имитатора вишни взять. О, есть. Так, это 125. И... Блин. Еще бы местечко одно. А, что же взять-то, Аня? Не знаю даже. Вдруг кто-нибудь это арбузы стырит, убьет. Нужно будет сажать. Сейчас, короче, приоритет у нас это подсолнухи насадить. Чем больше, тем лучше. Хотя бы всю линию эту первую вертикальную засадить надо. Мало-мало денег. Бабосиков нужно побольше, ребята. Давайте взорвем вишню. Короче, быстрее уничтожают они все у нас, чем мы успеваем копить. Вот этого надо прикрыть. Так, давайте имитации. А, блин, они ее сожрали, пока она превращалась в вишню. Я забыл, что такое случается. Блин, а, да что ж такое-то? Чуваки, вы что творите-то? Зачем вы так делаете? Я понимаю, что голод, как говорится, не тетка, но... И не до такой же степени. Мне вот тут монетки нужно собирать, успевать. Солнышки. У меня тут уже рука устала, пальцы болят.
Кстати, кто-нибудь знает, из-за чего зомби вообще вот любят мозги, нужны им мозги? Я раньше помню, когда маленький еще был, смотрел какое-то кино, не помню, то ли «Ночь живых трупов», или «Возвращение живых мертвецов» 85-го года. Да, по-моему, его. Вот там говорилось, они поймали одну тетку, зомбячку, привязали ее к столу и стали расспрашивать. Типа, что вам нужно, почему вы хотите нас убить там, в этом деле что-то. Она: мозги, нам нужны мозги. Она говорит, а мужик спрашивает, типа, ну и что, зачем вам мозги нужны наши? Она говорит: боль уходит. То есть как бы они, когда наедятся мозгов, сытые, у них какая-то боль. Болит у них все, не знаю, что-то вызывает. Какая-то боль у них сидит. Из-за этого они должны постоянно питаться мозгами человеческими. Нам говорит, типа, больно. Ну а когда вы сидите, мозги, боль, она уходит. Короче, в этом смысле. И, кстати, в том фильме «Возвращение живых мертвецов» 85-го года я вот нигде таких мертвецов не видел, быстрых. Они бегают вообще там, как спортсмены. Если на улицу нужно, в машину, например, чтобы быстро сесть, угнать от них, то надо вообще моментально дверь выламываешь, можно сказать, выбегаешь там, раз всех зомбарей раскидывают, садятся в тачку, а те и то успевают уже на машину там напрыгнуть, чуть ли не залезть внутрь. Вот такие они там скоростные. Но фильм как бы это плюс 16 или плюс 13 рейтинг у него какой. Ну, в общем, для взрослых. Так что детям не советую. Что-то пока я разговаривал, тут уже, короче, всю линию у нас хотят снести нафиг. Давай. Что ж вы творите-то, ребята? Конечно, волну-то я пройду эту. 30 волн будет пройдено, но следующую уже все. В итоге, наверное, будет 30 волн. Да дайте мне солнышки, ребятки. Но... вишню дайте. Блин, нету, нормальную дайте, пожалуйста. Офигеть, сколько вас тут, а? Не съешь, пожалуйста, не съешь. Не съешь. Давай. Бах. Так, и этих. Блин, это все, зараза, этот танцор. Офигеть, еще эти летят. Ладно, хоть у нас эти есть. Как же? Кот-камыш? Или просто камыш?
Ну вы, короче, поняли. Офигеть! Ну-ка стоять, куда пошел? Стой, не пущу. Давай, давай, бахай. Блин. А, ненавижу, одну линию сломали. Протоптали. Как там еще сказать? Уничтожили. Блин. Ну вот вторую. Эх, ребята, ребята. Ненасытные вы. Все, началось. Но это-то мы, думаю, остановим. Нам главное вот здесь вот. Две линии, верхнюю самую и нижнюю держать. Все усилия на них. Так, давайте-ка сюда. Это мы уже все прошли. Следующую я уже просто не осилю. Ну что, добьете их, малыши? Или вишенку использовать? Так, давайте, кабачка. Бабах! Оп-оп-оп. У меня еще эти не готовые, не, я их не убил всех, а уже новую линию суют. Волну. Ну все, пора погибать, значит. Что мы возьмем? Железных много, надо взять по-любому. Магнит. Магнитогрипп. Солнышки нужны. Короче. Блин, а чё я сделал-то, ступил? Офигеть. Всё проиграл, короче. Не взял ни арбуза, пульту, ничего не взял. Да. Давно я не играл в эту игру. Я даже первый раз, когда начал проходить заново. Ну, не заново, вернее, а продолжать. Взял... Думаю, зачем мне подсолнух этот обычный? Я сразу возьму двойной. Ну и, в общем, начал играть, и все. И в итоге я забыл, что... Чтобы посадить двойной подсолнух, нужен обычный... И проиграл сразу. Вот даже я такое все забыл. Ребят, дайте хотя бы последнее растение. Ну вот. Что вам от меня надо? Держимся, все равно держимся. Что бы ни случилось, вдруг что-нибудь это произойдет, не знаю. Волшебство какое-нибудь. Хотя, конечно, я в это не верю. Да, ну, что сделаешь? 30 волн. Все-таки, как-никак. Кто-то, конечно, я не, на ютубе не смотрел. 30 флагов, вот. Флаги, вернее, я все волны.
Ну все заново. Это я уже не хочу. Давайте вернемся, выйдем в сад, зайдем. Надеюсь, что может еще раз нам какое-нибудь другое растение подсунули. В общем, в скором времени у меня новые видео будут выходить намного чаще. Пишите в комментариях, что, как, ну, во что вы хотите, чтобы я поиграл. В эту часть, во вторую, конечно, тоже могу, но она на андроиде, я как-то не это... Не пробовал записывать. Эту-то с компьютера я умею, все нормально получается, а с телефона как-то... Сильно не вникал. Так что либо эту часть, либо Garden Warfare вторую. Короче, обычно у нас подсолнух здесь. Ну ладно, ребята, всем пока. Было у меня 50 тысяч за эти все 30 волн накопил. 78 сейчас получается. 28 тысяч накопилось. За 30 волн это что-то мало, мне кажется, слишком. Если даже что-то купить, тут только 1000, вон 5 этих опрыскивателей, химикатов этих стоит. 2,5. Подкормка это, удобрение для дерева. А, вот это 755 штук. Ну, короче, дороговато. Все, ребята, всем пока. Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. Всем пока.